Всем доброго времени! Я рада вас приветствовать на моем канале. Каждый раз, когда сажусь записывать видео, думаю, о чем будет это видео. Но так как у меня есть карты, в принципе, они все подскажут. Но сегодня я бы хотела посмотреть тему. Я делала маленький расклад своих коротких видео. Вопрос был, как мне выйти на новый уровень. На новый уровень в плане того, что это может быть что угодно. Это может быть какая-то профессиональная сфера. Это могут быть также отношения. Это могут быть даже духовное развитие, да? Либо же вы сейчас уделяете много внимания своему телу, занимаетесь спортом, допустим, правильно питаетесь, и тоже, да, вопрос, как вам достичь в этом больше результатов. И сегодня мы спросим, да, что мешает, как выйти мне на новый уровень. Готовы? Подумайте сейчас о себе. И будем читать пространство. Зажгла я, как обычно, свечу. Ну что, поехали. Вот такая у нас сегодня карта. О том, что все-таки да, вы хотите идти в это новое, но вам безумно страшно. Вам безумно страшно отпустить какие-то свои старые привычки, какую-то, возможно, свою зону комфорта, отказаться от чего-то, ограничить себя в чем-то. И, собственно, это и мешает вам перейти на новый уровень. Ну что, давайте смотреть на Таро. О чем это для вас? Потому что вроде бы как бы, да, стандартные фразы, но каждый услышит свое, и ситуации у всех тоже разные. Давайте спросим Таро, что мешает. Ну, как чудесно, я взяла колоду. Колоду перевернутые карты. Слушайте, ну, все случайно, не случайно. Карты у нас перевернулись, поэтому по Таро, что мешает? Вы не проявляетесь истинно такими, какие вы есть. То есть вы надеваете на себя маски и стараетесь подстроиться под ситуацию, под людей, а вам нужно быть самими собой. Вам нужно быть самими собой и не бояться, что, возможно, когда вы проявите себя истинного, да, возможно, что-то завершится. Что-то завершится в вашей жизни, завершатся, возможно, какие-то отношения, потому что здесь у нас дальше выпала карта. Выставляла я ее вот недавно
на своем канале в Телеграм, как карта дня она у нас выпадала. Здесь о том, что не бойтесь побыть в одиночестве, именно когда вы находитесь в одиночестве сами с собой, вы начинаете себя слышать и начинаете слышать свою интуицию. Называйте это как вам, да, удобно, голос души, интуицию, подсказки Вселенной. То есть вы начинаете слышать вот этот импульс, что вам нужно сделать сейчас. И я уже заметила, вот, что нам приходит импульс, когда мы следуем ему. Допустим, да, мне захотелось выложить сторис. Я выложила это сторис, и после этого мне приходит энергия на какое-то новое действие. Поэтому не бойтесь сейчас побыть наедине с собой и послушать, куда вас ведут, потому что нас всегда ведут. Ничего не... Можно сказать, что все мы сами создаем, но все-таки есть, да, подсказки, которые нас ведут. И вот вам нужно побыть в этой тишине, не бояться все что-то завершить и послушать, последовать за импульсом. Последовать за импульсом, и вот каждый импульс будет вас приводить к какому-то действию нужному, да, который нужному действию в данный момент. Хорошо. Что необходимо сделать, чтобы перейти на новый уровень? Что необходимо сделать, чтобы перейти на новый уровень? Какие действия? Банально скажу, но надо проявляться, начать проявляться. В плане того, что начать делать какие-то действия, но здесь больше история о том, что вам нужно проявляться именно как личности, как индивидуальности. То есть не впускаться в скучание, да, и сомнения, а делать то, что вам чувствуется, то, что вам нравится. Потому что здесь идут карты того, что вы в сомнениях, как-то все не то, все не так, вы сидите, скучаете, а на самом деле возможности-то есть, видите, коктейль вам предлагают, что-то не фокусируется, вот так. И вам нужно вот выйти в это солнышко. Видите, стать этой звездой. Поэтому, в принципе, нету здесь каких-то препятствий, я бы так сказала, чтобы вам выйти на этот уровень. Есть, наверное, вот неверие и скучание. Я не вижу каких-то серьезных препятствий, чтобы вам перейти на этот новый уровень. Просто немножко побыть наедине с собой, упорядочить свои мысли и начать двигаться за вот импульсом, который к вам приходит. Кстати, я привела пример, да, там записать сторис, но это может быть банальный импульс. Я хочу пойти купить себе краски. Рисовать мне захотелось, да, почему-то. И вот вы, когда пойдете за своим импульсом,
и купите эти краски. Непонятно, да, изначально, зачем мне эти краски. Но когда у вас будет вот это движение за вашим импульсом, вот энергия будет закручиваться, вы будете проходить дальше. А так получается, вам пришел импульс, вы, ну ладно, а зачем я буду это делать? И вы сидите как этот скучающий зайка, и, собственно, ничего в жизни не происходит. Как-то так. Ну что, давайте посмотрим фразу, с какой нужно поработать, чтобы выйти, наверное, с вот этого состояния, что я сомневаюсь, я не знаю, что мне делать, а может так, а может вот так. В общем, давайте, какая должна быть фраза для вас? Я действую решительно и принимаю удачу в свою жизнь. Я действую решительно и принимаю удачу в свою жизнь. Видите, здесь вышло даже вот то недоверие, что у вас может получиться. То есть вам как будто хочется, я лучше останусь в своем болотце, здесь все знакомо, тепленько, чем пойду вперед во что-то новое, где мне это еще неизвестно. Но это болото, оно вас затягивает и не дает, собственно, перейти вам на новый уровень. Так, какая у нас вышла фраза? Я действую решительно. Видите, я забыла уже фразу. Я действую решительно. И удача всегда на моей стороне. В общем, как-то все переменилось у нас фраза. Ну, пусть будет. Я действую решительно. И удача всегда на моей стороне. Возможно. Странные у меня такие чувства, мне хочется перестать записывать видео. Возможно, кто-то увидит это видео, кто не хочет это слушать. Поэтому, если вы не хотите это слушать, то вас никто не заставляет смотреть это видео. Пролистайте дальше, потому что мы все-таки запишем нашу фразу. Кстати, вот был у меня тоже случай, казалось бы, да ладно, бывает просто плохой интернет, либо еще что-то, но на самом деле я хотела просто зайти на один вебинар, и меня выбрасывало раза 4 или даже 5, потому что когда начинает приходить информация, которой мы, возможно, не готовы, да, либо которая нам очень нужна, но таким образом мы сможем сломать какую-то свою программку, то наш мозг и пространство, да, начинает как будто нас защищать. Но на самом деле я больше верю в то, что это наше внутреннее, да, состояние, возможно, тот страх, он и тормозит переход на новый уровень, потому что наш ум все новое воспринимает как что-то нехорошее. Поэтому, когда вы идете во что-то новое, возможно, что вам всегда что-то не нравится, да, в этом новом. Вам кажется, что раньше, в прошлом было лучше. И, собственно, благодаря этому мы и сидим
там, где сидим. В общем, лирическое отступление. Давайте фразу. Я действую решительно, и удача всегда со мной. И удача идет рядом со мной. На личной консультации мне намного проще формировать фразу, потому что я ее больше формирую с тех понятий, да, с тех слов, которые я слышу от вас, когда вы там, допустим, описываете мне проблему. Сейчас вот в потоке, так как видео посмотрит большое количество человек, да, мне, у меня вот каждый раз я эту фразу перекручиваю. Поэтому, смотрите, вот вывод из всего этого, вам нужно выйти из застоя, да, из ничего не делания и начать действовать, начать принимать решительные действия и верить, что удача вам во всем сопутствует. Поэтому вы можете, я сейчас все-таки вернусь и еще раз эту фразу сделаю, но вы можете подстроить ее под себя, как вам будет, да, она откликаться. И если вы будете повторять эту фразу утром и вечером, и каждый раз, когда вы начинаете в себе сомневаться или начинаете грустить и не знаете, чем вам заняться, вы можете повторять эту фразу. И тогда обязательно будет результат. Ну что, давайте сегодня также с чашей сделаем, да? И фраза у нас будет, давайте я ее в который раз формулирую. Я действую решительно. И удача идет вместе со мной. Готовы? Можете закрыть глаза. Поехали. Я действую решительно, и удача идет вместе со мной. Я действую решительно, и удача идет вместе со мной. Я действую решительно. И удача идет вместе со мной. Я действую решительно, и удача идет вместе со мной. Я действую решительно, и удача идет вместе со мной. Я благодарю.